Тож до нашої студії завітав громадський діяч Денис Барашковський. Доброго ранку вам. Доброго і перше ранку. Питання. Проект громадський і громадський бюджет. Основні відомості про сам цей проект. Сам громадський бюджет вже успішно працює в більшості городів України кілька років. 3 роки, як він стартанув по многим городам. Ефективність від цього проекту огромна, тому що самі горожане вибирають то, что они хотят, где они хотят, и именно каким образом и в какой форме они хотят что-либо. То ли инфраструктурные объекты, то ли какие-то культурные, то ли какие-то спортивные объекты. Они объединяются в группу, которая определяет границы, сумму, стоимость проекта, потому что в положении о громадском бюджете в Николаеве, который принят был в этом году, ну, с того года определено финансирование 10 миллионов гривен на громадский бюджет, реализацию этих проектов в городе Николаеве. И разделен громадский бюджет на 2 направления. Малые проекты до 200 тысяч гривен и большие проекты до 1 миллиона. Так же самое и граждане, горожане наши могут проголосовать за 2 проекта, за 1 малый, и за 1 большой. И подать человек, допустим, может 2 проекта, 1 большой и 1 малый. Я также подал 1 проект большой, то есть в процессе он получился большой. Я подал 2 проекта, малый и большой. Их пришлось объединить, потому что в одной локации, в одном парке можно было сделать только 1 проект. Мне пришлось объединить. Да, ну то есть как бы я надеюсь, что от этого качество не потеряется, потому что хочется, чтобы город развивался не перед выборами депутатскими там какими-то совершенно нелегальными площадками, которые не находятся на балансе и так далее, а системным подходом, то есть что мы хотим, где мы хотим и каким образом мы хотим реализовывать наши возможности, чтобы было жить в городе Николаеве хорошо именно нам. Ваш проект під номером 31 і під назвою «Категорошко», як ви вже сказали, з'явився під впливом з'єднання 2 проєктів. Про це хотілося б детальніше. У чому основна суть і яке планування? Да, я тоже не стоял в стороне, и в парке Шуры Кобера и Вити Хоменко, новое название «Парк юных героев», кстати, от вас совершенно недалеко, в локации между 22-й, 39-й, 15-й школой, между Пидыном, Политехом и Экономическим колледжем, то есть большое количество людей и жителей, и громады, которые сможет пользоваться этим проектом. Коротко, в чем суть самого проекта? Это создание нормальной локации спортивной, культурной и отдыхающей для детей и, в принципе, для любого возраста. Там запланирована и детская площадка. Кстати, на фотографии, сейчас на видео мы видим этот ролик первый, который мы сделали. Именно на вот этом спортивном объекте такое футбольное поле, да, запущенное, на котором давным-давно уже ничего не происходит, кроме как там, может быть, там собачьи тренировки. Этот объект будет разделен на 3 секции. Там будет стритбольная площадка крутая, там будет кроссфитская и воркаутские площадки, система турников, а также детская площадка. Зная сложности детских площадок и как их делают, я туда включил еще 6 фонарей освещения. И хочу уже по краудфандингу потом добавить камеры видеонаблюдения, чтобы можно было видеть, что там происходит, когда никого нет. И чтобы видели родители, если их подростки, дети играют там, что там происходит. Это очень важно, потому что все-таки безопасность для любого человека, в какой бы стране он ни жил, является все-таки приоритетом по той же пирамиде Маслоу. Да? Очень важно обратить внимание на другие проекты. То есть я не хочу, да, там говорить только о моем проекте. Сам громадский бюджет – это уникальная штука, реально классная, реально крутая. Даже сейчас по голосованию, поверьте, какие нервы происходят у всех. Как голосовать сложно первый раз, поверьте. Я 6 раз пробовал также проголосовать. Это пока ты не знаешь процедуры, да, то есть как точно проголосовать, многих людей даже опускаются руки из-за этого. Мы специально сделали такой промо-ролик, он есть в соцсетях, как проголосовать. Плюс... Тобто это не так легко сделать? Ну, не так легко, потому что достаточно большое количество, если мы авторизируемся через компьютер, надо нажать кнопок.
А у нас, знаете, как придумали? Поддержи проект, класс, я лайк поставил. Но этого недостаточно, понимаете? Там надо пройти авторизацию, то есть ты выбираешь, или там есть 2-3 пути авторизации через ключ, через Приватбанк і через Ощадбанк. Тобто все настільки свідомо, що будь-хто просто поставити лайк, це дійсно спрямовано на людей, яких хвилює життя міста, які підтримують саме цей проект. Да, вот в этом-то и проблема, поверьте, 1000 лайков набрать намного легче, чем там 100 голосов за проект, потому что надо авторизоваться, надо пройти эти все, ну, некоторые сложности. Я даже вот в комментариях с друзьями, с приятелями со своими, с жителями этого... А як відомо, люди ленивые. Верно. Более того, на определенном этапе у людей вопросы, а как я могу давать пароль Приватбанку, там, посторонней какой-то структуре. Mm-hmm. То есть это все как раз и есть промо-компании, где нужно было объяснить еще до начала голосования организаторам, то есть там городу, что Приватбанк, он всего лишь вставляет свое окно для голосования, никаким образом вы данные не передаете там в городской сайт. Ну, эти все нюансы, детали надо было проговаривать. А ось проголосувати можна тільки один раз за один проект, чи можна декілька разів зробити вибір? Якщо подобається декілька проектів, які ти хочеш підтримати, і хочеш побачити їх реалізацію, і не можеш вибрати, який із? Ти на сайті горсовета сходиш на громадський бюджет, вкладку, і там всі проекти. Всі проекти вибираєш і маєш право проголосувати дважды. За один большой и за один малый. Все, после этого ты уже не сможешь проголосовать, потому что даже если ты пойдешь письменно, напишешь в ЦНАП, это еще одна возможность подать свой голос, у кого нету там аккаунта в Приватбанке там, или Е. Тобто нема такой дискриминации, еще в тебе немає интернету, и ты не можешь голосовать. Да, плюс во всех библиотеках еще можно проголосовать города. На примере... Де мають бути зареєстровані всі ті, хто голосують, щоб вони мали взагалі? Миколаївська прописка. Ага. Тобто, іди, да, це написано в положенні о громадському бюджеті, що голосувати можуть люди від 14 років, як і подавати проєкти. Це дуже важливо. Це на самом деле теж великий пласт включається молодежі в ці проєкти, тому що від 14 до 18 большое количество, да, тысячи людей, тысячи подростков, которые могут что-то реализовать и имеют эту возможность сделать сейчас на примере громадского бюджета. Потому что если вы посмотрите, какие проекты, да, большинство действительно это спортивные детские площадки. Ну, наверное, не хватает, да, то есть в городе локаций для отдыха. И на примере этого парка, о котором я говорю, который взял для себя в приоритет, поверьте, я вырос там, я видел... вот эту штуку, когда все мамочки, все дети играют в парке Шевченко на памятнике Шевченко. К сожалению. Потому что там чисто, там освещено. Вы понимаете, вот этот наш нюанс. И две убитые площадки, которые, не хочу просто говорить фамилии депутатов, которые их перед выборами, так знаете, как плюнули и бросили. Все, и они сейчас ржавеют, ломаются, приходят в негодность. Когда дождь, там полная грязь и болото. Поэтому, естественно, дети и матери сами выбирают там, где чисто хотя бы, чтобы дети могли поиграть. И эту проблему надо... Вот мы сейчас все, да, вот этот актив Николаева, ведь он сейчас вот первой волной проголосовал, пытается, да, что-то там... Обалденные проекты есть. Если так вот проанализировать, посмотреть... А какие зацікавили вас, можливо, из конкурентных? Из конкурентов меня очень заинтересовала баскетбольная площадка в Лесках, очень хорошая. И за малый проект, я не скрываю, там как бы и видны голоса, я проголосовал за волейбольную площадку в Широкой Балке. А действительно, ну, я знаю этих людей, которые... Это малый проект, до 200 тысяч гривен, то есть я имею право проголосовать за малый проект, и мы проанализировали... 200 тысяч гривен всего-навсего? 200 тысяч. А, 200 тысяч. Там 100 с чем-то, 200. Я сумму сейчас не могу сказать, но она меньше 200 тысяч, то есть в малый проект входит. Классная площадка, и самое главное, тут же еще в чем идея. Кроме картинки, которая рисуется на проекте, надо выбирать и знать этих людей, кто будет реализовывать этот проект. Вы знаете, совсем недавно был скандал, один депутат зашел в ЦНАП и потребовал 500 бланков у женщины, которая письменные голосования контролирует. Да? То есть это было в социальных сетях, на сайтах прошла эта волна. Вот о чем это говорит? То, что уже за громадским бюджетом, да, присматривают, условно говоря, хваткие депутаты, которые хотят просто нагреться на этих проектах. И с такой фразой «я хочу помочь бабушкам
сэкономить их время, они проголосуют, а я привезу со своим паспортом бланк. Вы понимаете, как хотели изнасиловать просто громадский бюджет, нашу всю вот эту идею. И поэтому люди понимают и осознают, что за каждым проектом, кроме красивой картинки, они хотят видеть реализатора. А кто это будет делать? Они хотят, если там написан миллион, увидеть этот миллион в этой площадке, а не полмиллиона в кармане у депутата нашего решателя. А майданчик на тяп-ляп. Верно. И вот и это должно тоже поднимать также активности. И исследовать надо, кто хочет реализовывать. Ведь я как создатель проекта имею право контролировать выполнение проекта от начала до конца. И те, кто меня знают, они знают, что так и будет. И как бы много, кому-то от этого грустно, кто привык иметь дело там с какими-то работами и так далее, они знают, что там лучше уже не лезть, потому что там эта площадка будет в ту сумму, которая указана у меня в проекте. Ми бажаємо успіху вашому проєкту, також підтримуємо вас і бажаємо, щоб навіть не тільки у цьому проєкту, а й взагалі знаючи усі історії, скільки проєктів громадських та соціальних ви створили в нашому місті, ми бажаємо вам тільки наснаги, тільки успіхів і реалізації абсолютно усіх задумів. Я нагадую, що до нашої студії завітав громадський діяч Денис Брашковський.